Привет, мой милый друг! Наши сказки продолжают выходить, и сегодня у нас представляется новый сериал про котенка, который очень сильно хотел стать взрослым. Ну и как уже становится для нас обычным, она будет состоять из нескольких частей. Ну а перед началом не забудь щелкнуть на палец вверх, оставить любой комментарий под роликом и подписаться на канал. Ребята, не стесняйтесь, многие смотрят сказки, не поставив лайк, а это очень важно для меня и моего канала. Так давайте попробуем поставить рекорд этой сказки, и каждый нажмет на пальчик вверх под роликом, а взамен будут супер интересные сказки про котиков. Ну а мы начинаем. В одном небольшом селе жил да поживал себе маленький котенок по имени Тишка. Он был настолько маленький и миленький, что его хозяин, всегда проходя мимо него, брал его на руки, гладил и тискал за пушистые щечки. Честно признаться, Тишке это не очень нравилось. Каждый раз, когда его брали на руки, он говорил: «Опять? Меня только что гладили. И снова? Может, хватит меня каждые 5 минут хватать как игрушку? Почему вы не гладите Мурку?» Мурка – это старшая сестра Тишки, и она была уже довольно взрослая кошка, которая постоянно ходила во дворе по каким-то кошачьим делам. Котенок однажды тоже хотел выйти во двор, но ему сказали, что нельзя, ведь он еще совсем маленький. «Почему мне это нельзя, а Мурке можно? Может быть, у меня тоже там есть какие-нибудь кошачьи дела?» «Вот когда подрастешь, гуляй сколько влезет», – говорила ему Мурка. Но котенок все время хотел выбежать на улицу, не слушая чьи-то запреты. Он видел через окно других котов, которые лениво лежали на крыше соседских домов и грелись под лучами солнца, а потом могли пойти куда сами захотят. Это же настоящая свобода. Захотел – пошел к соседнему коту, захотел – пошел к речке к рыбакам, а захотел и вообще пошел исследовать лес, который находился прямо за их домом. Но однажды котенок шел по комнате и заметил, что входная дверь немного осталась открытой. Видимо, хозяин вышел и забыл ее закрыть. Тишка осмотрелся кругом, чтобы убедиться, что его сейчас никто не остановит, и выбежал во двор. На улице было немного прохладно, но Тишка этого даже не ощущал. Вокруг было столько неизведанного пространства, что он готов был бегать по всем местам, везде и сразу. Тишка глубоко вдохнул всей грудью, как вдруг к нему подбегает его хозяин, хватает его и заносит обратно в дом со словами: «Куда собрался? Маленький еще, чтобы лазить на улице. Вдруг собака или другой большой кот нападут на тебя, глупенький?» «Но почему мне нельзя?» — рассердился котенок. И перед тем, как его занесли в дом, он заметил старого ворона, сидевшего на ветке дерева, сгорбившегося и смотрящего прямо на котенка своим жутким взглядом. Котенка оставили дома, и он тут же запрыгнул на подоконник, чтобы снова увидеть того ворона. Птица сидела на той же ветке и продолжала смотреть Тишке прямо в глаза. «Чего он на меня так уставился?» — спросил сам себя котенок и спрыгнул с подоконника и пошел, как обычно, кушать. Котенку очень понравилось на улице, даже несмотря на то, что он там побывал всего 1 минуту. На следующий день он решил, что нужно снова выйти, только чтобы в этот раз его никто не заметил. Тишка подошел к двери, но она была закрыта. Он спрятался за ботинками возле двери и решил подождать, когда она снова откроется. Тогда он сможет быстренько выпрыгнуть из дома и снова оказаться на улице. Он сидел и ждал, почесал за ухом и снова сидел ждал. Вдруг котенок услышал, что снаружи кто-то идет. «Сейчас кто-то зайдет, а я незаметно выпрыгну, и свобода!» Дверь открылась, и внутрь заходит хозяин с полной кастрюлей картошки. Он зашел и сразу поторопился на кухню, не закрыв за собой дверь. И тут Тишка выбегает и сразу прячется за дровами во дворе. Оттуда он увидел, что практически сразу хозяин закрыл дверь. И вот, наконец, он на улице, и его даже никто не заметил. Он начал ходить по двору, заглядывая везде, где только можно было. Закарабкался на дрова, и тут же к нему запрыгивает его сестра Мурка. «Ты почему здесь?» «А ты почему?» «Давай быстро домой.
Ты еще совсем козявка, чтобы самостоятельно гулять. Хватит мне указывать. Я вам не козявка. Вот захочу и пойду, куда хочу. Тебе-то какое дело? Такое, что ты, глупенький мой братишка, еще кроха. А на улице опасно такому, как ты. Котенок разозлился и спрыгнул с дров. Побежал за дом туда, где находился лес. Забежав внутрь леса, он ходил и ворчал. Достали меня уже со своими сидеть дома, делать так, как говорю, хватать меня и тискать, когда захотят. Эти взрослые сами делают, что хотят, а мне не разрешают. Это нечестно. А если бы ты был взрослым котом, то делал бы то, что захотел. Вдруг услышал котенок хриплый голос и начал оглядываться вокруг. Я здесь. Тишка посмотрел наверх и увидел того старого ворона, который сидел на ветке дерева чуть повыше. Ой, вы здесь что ли? Я вас даже и не заметил. Это потому, что ты не смотрел наверх, а взрослые коты обычно всегда оглядываются кругом. И вы тоже будете меня домой гнать и говорить, что я еще маленький? Нет, мне все равно. Но я думаю, что тебя теперь накажут и вообще не выпустят больше никуда. Думаете? Эх, сколько проблем теперь будет? А хочешь избавиться от всех проблем сразу? Такие еще тебя больше не будут заставлять сидеть дома. А так можно, что ли? Ну, есть одно место. Казалось бы, обычное, но не совсем. Здесь недалеко в лесу есть один древний тоннель, поставленный на камнях и заросший мхом. Наверху перед входом там написаны красными буквами какие-то странные символы. А секрет этого тоннеля в том, что если пройти через него, то можно сразу же стать взрослым котиком. Прямо сразу? Да, просто пройти через него и все. Что-то мне не верится в это. А ты попробуй. Я тебе могу показать, где он находится. Ты станешь взрослым котом, и потом тебя уже никто не будет заставлять сидеть дома. Ты как захочешь, так и будешь поступать. Ведь взрослым быть – это так чудесно. Сам себе строишь правила, никто ничего тебе не запрещает. И вообще, делаешь, что захочешь. Это было бы здорово. Вот тогда бы я гулял, где захочу, по всей деревне. Именно. Показывай, где этот тоннель? Ворон тяжело спрыгнул с ветки и приземлился прямо рядом с котенком. Я пойду пешком, рядом с тобой. Последнее время тяжеловато мне летать. Они направились куда-то вглубь леса, пролезая через заросли и густую траву. Спустя некоторое время они вышли на какое-то древнее, заросшее кустами и деревьями место, внутри которых еле можно было заметить камни, сложенных друг на друга. Все поросло густым мхом, но на самом верхнем камне можно было увидеть какую-то непонятную надпись, написанную красной краской, будто кровью. Вот этот тоннель. Тебе-то всего нужно зайти внутрь и выйти с той стороны, и ты станешь совсем взрослым и самостоятельным котом. Тишка стал прямо перед тоннелем, от которого дул какой-то холодный ветер с неприятным запахом. Пахло чем-то старым, словно от какой-то мокрой одежды, залежавшейся в подвале. Ворон поднялся на камни сверху. «Ну, ступай!» Котенок осторожными шагами начал проходить внутрь. Внутри запах стал еще неприятнее. Сверху с некоторых камней капали капельки воды. Ветер стал немного сильнее, отчего котенок прищурился и пытался пристально смотреть на выход из тоннеля на той стороне. Чем дальше он проходил, тем сильнее был запах и дуло ветром. Вдруг он заметил, что камни немного начали дрожать, и лапками ощущал вибрацию земли. И вот наконец-то он вышел из тоннеля, и все успокоилось. Пропал тот неприятный запах, пропал ветер и дрожание земли. Странно как-то это все. Что? Это я говорю? Это мой голос? Что с ним? Он стал совсем взрослым. Похоже, сработало. А когти мои? Ого!
Они такие здоровенные! Вот бы увидеть себя в зеркале! Эй, ворон! Где ты?» Кот начал искать ворона, но его нигде не было. Лишь какая-то другая птица пролетела рядом, и все. «Куда он пропал?» «Да и ладно, надо быстрее домой. Вот они все удивятся!» Тишка, уже будучи взрослым котом, побежал обратно. Он был счастлив, что все сработало. Это просто волшебство какое-то. «Как так может быть, что за мгновение раз, и ты уже совсем большой?» Он ликовал от радости, что наконец-то сможет делать все, что ему только и захочется. И даже не будут больше его тискать, как маленького, каждые 5 минут. И вот он уже выбрался из леса и побежал в свой двор. И вдруг он увидел Мурку. Она сидела возле двери и ждала, когда ее пустят домой. «Мурка, смотри теперь, какой я!» В ответ Мурка зашипела, прищурилась и метнула лапой прямо в голову Тишки, поцарапав его. «Мурка, ты чего?» Кошка продолжала рычать. «Уйди от меня, незнакомец! Ты, видимо, потерял страх, подумав, что можно так легко подходить к чужому дому!» «Мурка, ты чего? Это и мой дом тоже!» «Думаешь, узнал, как меня зовут, и тебя все сразу пустят? Потерялся отсюда, наглец!» Рычала Мурка, и вдруг открывается дверь, и Тишку бьют веником прямо по спине. «Не обижай Мурку, негодяй! Эти коты совсем обнаглели уже!» Сказал хозяин, запустил Мурку в дом и закрыл дверь. «Чего это они?» Ну а продолжение этой сказки выйдет в следующий раз. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта сказка. Поставьте лайк этому ролику и не забудьте подписаться на канал. А я в комментариях оставлю ссылочку, куда можно зайти на мою группу ВКонтакте в мире сказок и загрузить видео ваших домашних животных. Тогда они попадут в сказку, и это будет супер прикольно. Так что переходи. Прощание, сказочный этюд. Но надо бы уже прощаться. Надеюсь, я создал ее в твоей душе, мой милый друг.